Приготовил себе сытный английский завтрак. Все питательные вещества, которые нужны, там есть моя любимая игрушка. У меня есть, что бы это ни было. И все равно, я чувствую пустоту. Эта птица, которую я купил по дешевке несколько месяцев назад, составляет плохую компанию. Так уж много двигается. Физическая комната практически закрыта, пока не решу эту мясную проблему. Думаю, если бы смог спасти жильца, не хочет ли он потусоваться, но... Насколько я знаю, он немного странный. Кто бы может запомнить пустоту внутри меня? Пустоте? Не волнуйтесь, у нас именно то, что вам нужно, но почувствуйте себя по-настоящему полноценной. Отлично.